Я приветствую вас на нашем канале «10 лучших островов для отдыха». Прилетели на Бали мы 26 декабря, остановились сначала в районе Нуса-Дуа, и район понравился, и отель нам понравился. Потом перебрались в район Санур, где встретили Новый год. К сожалению, отель там сильно был переоценен на сайтах бронирования, он не соответствует ни отзывам, ни рейтингу. Там же сели на спидбот, доехали до острова Нуса-Пенида, остановились на пляже Кристал Бэй, хотели покупаться, но не получилось, вода была холодная, но посмотрели зато весь остров. Вернули в Санур, взяли в аренду автомашину и на ней объездили такие достопримечательности Бали, как Убуд, озеро Братан, остановились недалеко от водопада Мундук в отеле и посмотрели сам водопад Мундук. Утром встали и отправились дальше в район Лавины, где бронировали отель. Далее у нас был водопад Секунд-Пул. Очень красивый водопад, обязательно советуем, не зря его называют. Водопад номер один по красоте на острове Бали. После водопада Секунд-Пул отправились в район вулкана Батур, где остановились и планировали на своей машине подняться, посмотреть рассвет на вулкане Батур. Там организовываются джип-туры, они стоят $150, а мы хотели на своей, но балийская мафия еще та, нас предупредили, минимальную цену $100 заплатите или останетесь без колес. Мы не стали рисковать, покупались в горячих источниках, которые находились как раз в нашем отеле. На утро встали и отправились в район водного замка, посмотрели водный замок. И оттуда уже приехали в Санур. Несколько дней там были. И сейчас мы отправляемся в район Куты. Бронировали там отель. Посмотрим этот райончик. Далее на самолете и домой. В этом видео вы увидите дорогу от района Санур до района Куты. Далее будет в наших видео сам район Кута. Пляж, что он из себя представляет. А то, что я говорил ранее, все это мы уже выложили в YouTube. Поэтому я предлагаю садись поудобнее, наливайте чашечку кофе. Приятного просмотра.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Running wild.
мы с вами едем по набережной района Куты и подъезжаем к нашему отелю. А помимо Бали, на нашем канале вы можете увидеть прекрасные Филиппины, остров Баракай, пляж, который не уступает мальдивскому, остров Себу, где можно покупаться с китовыми акулами величиной с автобус прямо в открытом океане, остров Палаван, где есть природное чудо, такое как подземная река, их несколько всего в мире, и городок Эль-Нита, где проходят туры по островам. На Мальдивах мы объездили все острова атолла Алиф-Алиф. Это такие как Тунду, Уколос, Разду, Мативели, Фериду, Маалос, Осуфуладу, Ватулиба, Маафуш и несколько резортов. Прекрасный Таиланд. Остановились мы сначала на полуострове Пхукет, на пляже Ката, потом перебрались на пляж Катаной, Новый год встретили на пляже Корон, там же сели на минивен, доехали до пирса и на спидботе добрались до полуострова Рейли. Очень красивый полуостров, но его обязательно надо посещать не пакетным туром, а остановиться хотя бы на пару дней, чтобы увидеть всю его прелесть. Далее на спидботе добрались до острова Пхи-Пхи. Кстати, там снимался фильм «Пляж» в главной роли с Леонардо Ди Каприо. Мы там были уже не первый раз. Очень интересный и очень красивый остров с множеством всяких ресторанчиков, фаер-шоу, прекрасными пляжами и чистейшей кристальной водой. Далее добрались до острова Колипи, его еще называют тайландскими Мальдивами. Ну, на самом деле, так или нет, зайдите к нам на канал и посмотрите. И рядом находится уже остров Лангкави, это Малайзия, который совместил пляжный отдых с магазинами Duty Free, есть мясные цены на шоколад, парфюмерию, спортивные товары и алкоголь. Были там мы уже не первый раз, нам очень понравился. Кстати, Малайзии можно и посмотреть на нашем канале город Куала-Лумпур. Шри-Ланка, исторические ее места и городки, такие как Сигерия, Канди, Новорелия, Элла, пляжи Бентота, Унаватуна, Мериса. Прокатились по самому знаменитому ихнему маршруту на поезде с Эллы до Новорелии, посмотрели чайные плантации, фабрику по производству чая. Сингапур, остров Синтоза, мы на нем остановились, чтобы рано утром встать и посмотреть парк Universal. Какие аттракционы лучше посмотреть, как туда попасть, какие особенности, вы можете увидеть на нашем канале. Планируем Сейшелы, французскую Полинезию. Как видите, впереди много интересных видео. А мы сейчас подъехали к нашему отелю, который бронировали на пляже Кута. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!